Собралась сделать обзор, а у меня едят коробку. Алиса, нельзя коробку кушать? Нет, нельзя. Ой, как же эта кошка любит что-то доскушать. Звезда. Светочей моих. Ты думаешь, ты мне тут нужна? Сегодня у нас с вами по плану нижнее белье. Так, сейчас вот нижнее белье, но начнем мы с витаминок. Итак, витаминки, к сожалению, у меня уже очень много кто что разобрал. Разобрали нейропротектор. Вот это моей младшей дочке клеточный сок пихты сибирской. Артикул 157-35. Это капельки, это повышение иммунитета. Вот, значит, три штучки я взяла. Далее побежим с вами далее. Остеопротектор я взяла пару штучек. Потом, значит, женская формула, пару штучек. Одну сейчас маме, кстати, буду уже отдавать. Это очень крутые БАДы. Это суперские БАДы. Стоимость по моей цене с 26% скидкой 3300 рублей одна баночка. 3300. Далее вот такая вот мужская формула. Вот. Нет, это гастропротектор получается. И иммуностимулятор. Иммуномодулятор. Да, иммуномодулятор. И кардиопротектор. Мама уже один пьет, кардиопротектор она пьет и нейропротектор она пьет. То есть получается все. Дальше, пока мама с папой приехали, ну, у нас тут вообще очень большой такой на 60 тысяч чек, 68 по моей цене, 89 700 по цене каталога. Тут и бальзам уход и так далее был. То есть это вот те предыдущие VIP-новинки в этот же чек входили. Итак, мамульке моей и нам кардиосуппорт с мужем. Обязательно будем пить. Дочка старшая у меня тоже перенесла операцию на сердце, поэтому ей тоже кардиосуппорт обязательно. Так, артикул 46-765. Штука крутая на самом деле. Я прям восхищена этими БАДами. Скажу вам честно, беру кучей, потому что надо. Антиоксидант комплекс. Его я взяла по купонам. У меня оставались купоны, которые можно было активировать до 5 февраля. И я набрала вот таких вот еще вот кардиосуппорт и купоны. За 1300 я эти БАДы взяла. Так, они 1800 стоят. Гастрокомфорт прописала мне врач, маме прописали. Вот, поэтому БАДов действительно превеликое множество. Превеликое множество. Это очищение кишечника. Сейчас на данный момент я из БАДов пью только омегу, Q10, цинк, селен. Цинк на Вальберис пока заказываю. У нас нашего цинка нет. Селен есть наш, пью селен. Вот, также я принимаю смесь полынь, пижму по 1 столовой ложке и кору крушины 1 столовой ложки. Пьем 3 раза в день, это тоже очень мощная антипаразитарная чистка. Ее я прохожу 3 раза в год, и поэтому я пью только полиненасыщенные жирные кислоты, которые самостоятельно организм не вырабатываются. Это омега, D3, цинк, селен и... Ой, что-то еще, в общем, я уже забыла. Q10. Я пью сейчас на данный момент только их. Заказала еще какой-то витамин для мозгов. PC100 за 7000 на Вальберис, тоже его пьем. Вот. Тут, видите, антиоксидант комплекс, баланс нервной системы. В общем, все, что мне прописала врач. Антистресс очень крутая штука. Дочке по половинке на ночь мы его даем сейчас на самом деле. 9-леточки нашей, ну и скоро 10 лет. В общем, таким вот образом иммуномодулятор Форте, как вы видите, в составе. Ну, аннотацию всю сбоку, артикулы вы все увидите. Видите, иммуномодулятор Форте, антиоксидант комплекс, в общем, вот это все, кардиосуппорт, антистресс, в общем, тут их по много штучек. То есть все, что было со скидкой, я набрала со скидкой по купонам и выбрала, по идее, все-все до единого купоны. Сейчас у меня уже 22 БАДа из этой коробочки заберут мои знакомые, остальное маме, папе, мне, Антону, Кате, Вике и еще свекру и свекрови. Сумма крупная, слава богу, я могу позволить себе на всю свою семью закупать крутые молекулярные БАДы. Это БАДы просто жизнь. Я их пропила всего лишь месяц. Я могу сказать, что легкость, классность такая. Я пила Либеровером. Это антипаразит с артиклом 156-97. Мы с мужем пропили его месяц. Сейчас мы перешли на траву пока и только полиненасыщенные жирные кислоты пьем. Q10, как вы слышали. Вот. И потом, значит, будем переходить вот это все дело пить. Пить вообще можно на постоянной основе. Разное, разное, разное. И быть всегда здоровым. Это очень важно. Поэтому все. Значит, с БАДами я заканчиваю. БАДов огромное количество. И я о них уже все снимала. Поэтому не буду вам с БАДами надоедать. Дальше, вот такая вот у меня тут куча мала. Вот, кстати, пока не забыла, покажу вам вот такую штуку классную. Это бьюти-кейс для серебряных випов. Это специально для вас, потому что вы сделали запрос. Таким образом он открывается. Вот так вот он раскрывается. И тут есть зеркало. И плюс ко всему, когда мы с вами его по-нормальному переворачиваем вот боком, вот, значит, зеркало такое вот большое, огромное. И вот еще 3 таких вот отделения. Ну, это от влаги, силикогель, скорее всего. Вот такая вот красотища. Я очень счастлива, я очень довольна, что у нас это есть. Эти бьюти-кейсы мы будем дарить тоже на форуме для тех, кто выполнил задание 25 и 26. Выйдет оно уже, наверное, продажи будут закрыты на мой форум. Но все равно такой вот
классный логотип. Все великолепно, никаких нареканий продукта нету. Берется, в общем, здорово. Особенно где-то на пунктах выдачи, если оно стоит такая красота. Сейчас буду вываливать красивую кучу. Это все мне пришло как VIP-консультанту за 2 недели до начала продаж. Но пока я сняла, пока все померила, пока ролик монтировался, времени, конечно, ушло много. Перед показом белья хочу сказать, что у нас с вами будет очень шикарная мега-акция. Кто есть в компании Faberlic, пожалуйста, изучите ее, потому что тут все зависит от покупок. Будет дариться карта за 499 рублей по каталогу номер 3. И активировать ее нужно будет до 26 марта. Чем больше вы сделаете заказы до 05.03 включительно, тем больше у вас будет карт, которые вы можете активировать. Активируя карты, вы получаете различные скидки от 40 до 70%. Плюс ко всему у нас будет 100 сертификатов на счет в личном кабинете Faberlic, 150 сертификатов, 15 наборов косметики Faberlic. Сюрприз, какой набор косметики будет, не показывается. Я думаю, что большой, огромный, скорее всего, 15 смартфонов в подарок, 15 поездок на спа-курорт Балтийского побережья, тоже шикарно, и 1500 нового аромата Шанти, от которого я без ума. Поэтому старайтесь как можно больше сделать заказов, чтобы как можно больше ваших карточек попало в розыгрыш. Сейчас мы с вами будем разговаривать вот про это шикарное белье. Оно действительно шикарное, оно действительно качество просто обалденное. Единственное, что вот это мне не подошло. Я все вот эти модели отдала своей старшей дочери. Ей идеально. Почему они мне не подошли? Во-первых, я взяла 85С, и объем 85 он маломерит. И я вам говорю об этом серьезно. Он маломерит. Поэтому 90 охват нужно брать, мне кажется, чтобы было свободно, нормально, и чтобы бюстгальтер на вас не ездил. Это бюстгальтер с мягкой треугольной чашечкой. Они идут нескольких типов. Слоновая кость, черный, пыльная роза и жемчужный. Все покажу, но он мне не подошел. Вот этот подошел идеально, очень красиво на балконете. Смотрится грудь просто обалденно. А вот эти, когда я наклонилась, потрясла грудью, все, грудь вываливается. Почему? Потому что они тут плохо держат грудь, а у меня все-таки грудь кормящая. У меня было много молока, я много кормила, и грудь деформирована. Ну, еще и плюс возраст, да, скоро 40 лет. Операции никакие не делала, значит, балконеты классно, вот это классно, все классно. И вот этот, мне кажется, что он малая мерка, потому что он хорошо подошел на грудь моей дочери, он нисколько ей не велик. Лямочки, конечно, пришлось чуть-чуть подтянуть, а все остальное идеально на первую застежку. То есть мне на последнюю давило, а ей на первую застежку идеально села. Просто вот, ну, как бы в обтяжку, и грудь держит хорошо. Молодая грудь, не рожавшая. Все очень хорошо держит. Так, поехали, будем смотреть. Опять это слово ко мне пристало. Итак, первая красота, которую я оставила себе, это балконет. Он приходит вот такой упаковочкой, чтобы ничего не деформировалось. А 85С. У него тоже на 85 слегка маловато, но я чувствую, что мне нормально. Мне давить не будет, но я еле-еле вошла уже с такой немножечко натяжечкой. Поэтому подумайте, что может быть взять 90С, если кто вот плохо 85 влазит. На последнюю застежку я так туговатенько вошла, честно скажу. Хотя я взвесилась на весах, у меня всего лишь плюс 4 килограмма. Надо возвращаться на коктейли, потому что на коктейлях я скинула 14 килограмм когда-то, да, помните, я выставляла ролики. Но сейчас я как бы опять-таки набрала уже 4 килограмма. И у меня сейчас получается минус 9 от того здоровенного веса, который был. Поэтому 85С мне подошел впритык. То есть грудь впритык, но, слава богу, не пузырит. Даже если я ей потрясла еще что-то. Тут нету никаких вставок, ничего. Очень удобная моделька. Не знаю, можно ли ее так мять, но она мнется и встает на место. Поэтому вот, не знаю, правильно, неправильно я сделала. Так, если трехкратно увеличить, то будет видно вот этот вот рисунок. Во-первых, очень красивый. Как вы видите, рисунок просто обалденнейший. Я без ума. Вот, значит, сама бретелька. И тут идут, видите, внутри силиконовые вставочки. То есть на сушку вы не поставите, стирать нужно только в мешочке. Ну, мешочки у нас очень качественные в компании. Вот он, бюстгальтер сам идет, тут вшит, еще тут вшито. Также балконет, он отстегивается, и можно носить, у кого нормальная упругая грудь, его можно носить и без всяких там застежек. Понятно, я думаю. Тут отстегивается, и тут тоже отстегивается. То есть можно носить без бретелек, можно носить с бретельками. Очень классные, вместительные, суперские чашечки. Грудь просто лежит и улыбает. Без бретелек я попробовала. Я попробовала на себе. Нет, слишком большая, тяжелая грудь, поэтому я без бретелек, увы, не смогу. Но есть бюстгальтеры телесного цвета. Почему бы ими не воспользоваться? Так, что у нас дальше сверху? Что я еще набрала? Следующий бюстгальтер тоже балконет на косточках. Размер 85С, артикул 504, 166, цвет пыльная роза.
Итак, пыльная роза точно-точно такой же, как предыдущий. Забыла в предыдущем комплекте показать петельки, как они идут. Тут три ряда по три крючка. Хорошее очень такое толстенькое тут сплетение. Для чего, да, вот это все? Для того, чтобы отстегнуть и носить вот так вот уже бюстгальтер без вот этих вот штучек. Если они вам не нужны, без, господи, без бретелек. Почему я сказала без штучек? Очень красиво, качественно. Тут бантика посередине, кстати, нет. У меня спрашивали, есть ли там бантик посередине. Нет, бантика никакого нет. Сидит белье отлично на мне. Просто, вот знаете, как будто для меня шили. Следующий бюстгальтер у нас с вами, это мягкая чашка как раз, которая не удержала нисколько мою грудь и мала мне в объеме. 85C, артикул 504-123. Я считала, что я их отправлю на возврат все, но пришла Катюшка и говорит: мам, давай я примерю, мне очень нравится, очень красиво, можно ли я примерю? И ей оно идеально, то есть оно вот так натянулось, у нее тоже грудь не особо маленькая, в маму, наверное, пошла грудь, но еще молодая, упругая, красивая грудь, еще как бы не рожавшая, ничего, поэтому на ней очень хорошо он смотрелся. Сейчас умножу на 3 именно вот эту модельку. Так вот оно все просвечивает. Это лицевая сторона. Тут косточка поставлена. Вот такой вот суперский рисуночек. Вообще шикарный, просто наишикарнейший. Так, далее 3 ряда по 3 петельки. Тут что-то такое бархатное. И пойдемте изнутри. Силикона уже тут нету. Бретелька регулируется только на 1/2, даже 1/3 только можно ее регулировать. Вот видите, всего лишь тут ничего. Фурнитура получается золотистая. Тут такая вот классная ткань. Вот если все развернуть. И вот к ней как раз вот это все дело пришито. Тут немножечко такое что-то типа пушапика. Давайте на один сделаю. Тут что-то типа пушапика. Очень хорошо, очень красиво. Я прям в восторге. Мне понравилось. Катюша тоже. Посмотрим на износостойкость. Если с ними будет что-то не так, я в пустых баночках это все покажу. Вы знаете, я не стесняюсь в выражениях, если мне что-то не понравилось. Так, следующий бюстгальтер получается сформованной чашкой на косточках. Тоже размер 85C, артикул 504-199. Тут и сетка, и кружево, в общем, состав классный, все полиамид. Итак, смотрим, вот такой он, достаем, убираем. Тут у меня такое чувство, что он как спейсер, вот эта ткань очень похожая на спейсер, просто она украшена. Я сейчас ношу бюстгальтер спейсеры и вот очень похоже на него. Итак, давайте ж увеличивать и смотреть. Вот он почему-то плохо фокусирует у меня камера. Вот. Вот так вот он идет. Тут еще такие кружавчики выпирают хорошенькие. То есть он не просвечивает. Там сосок, например, не будет выделяться через бюстгальтер, что я ужасно ненавижу. Эти все моменты мне не нравятся. Так, дальше. Тут 4 ряда петелек, но их по 2. Более тонкое такое, не как у балконета, да, там толстущее. А вот именно такое вот аккуратненькое, хорошенькое. Дальше, значит, тут такие лямочки. Лямочки тоже очень красивые, красиво украшены, они тянутся, фурнитура получается золотистая, что безумно понравилось. В общем, вот этот я примерила отлично, отлично на мне смотрится, просто великолепно. Следующий бюстгальтер балконет на косточках белый 85C, артикул 504-144, значит 504-144, давайте вам смотреть, опять-таки эти штучки и вот такой вот балконет. Очень такой белесо-белый, слегка, наверное, даже молочный. Я бы даже сказала, что он слегка такой немножечко есть молочный. Так, значит, тут опять-таки силикон, который уже плохо на белом заметно, на черном прям блестел. В общем, очень красиво, все то же самое, никакого брака, никаких нареканий вообще. Вот я первый раз при вас достаю. То есть я вот эти модельки перемерила первым делом, которые сверху лежали, остальное просто достаю и вам все показываю. Все при вас. Вот этот цвет, конечно, мне очень понравился. Это у нас бюстгальтер тоже балконет. Цвет у него жемчужный. Размер 85C, артикул 504-177. Ну, тоже, да, очень симпатичный такой оттеночек. Он телесный, не телесный, непонятно, но очень хорошенький. Не яркий, в глаза не кидается, просто красота. Так, что у нас тут? Ага. Нет, тут все в порядке, мне показалось. Я считаю, что великолепие, великолепие, еще раз великолепие. Вот прям и тянется он хорошо. Но все бюстгальтеры, еще раз повторюсь, это очень важно, то, на мой взгляд, вот этот охват, он маломерит слегка, на полразмера, наверное, маломерит. Поэтому осторожней, осторожней. Смотрите, примеряйте, долгую эту не откладывайте. Итак, Катюшкин бюстгальтер у нас получается из сформованной чашки, размер 85C, артикул 504-221. Вот такой вот светлый, кому было плохо на черном видно. Вот, а нет, это мой, извиняюсь. О, господи, все, запуталась. Тут, как вы помните, 4 ряда вместо 3. Это уже. Ну, вот видите, все хорошо сшито. Мне очень нравится. Все прям хорошо.
Здорово. У меня прям нареканий нет. И вот эта ткань, кому на черном было плохо видно, как будто бы на спейсер похожа. А кружево пущено поверху, и кружево довольно-таки качественное, хорошее. Да, вот оно от чашечки отделяется. Его, ну, это в два слоя получается. Его можно таким образом разглядеть, посмотреть. Мне все понравилось. Вот бретелечка вот тут регулируется, получается, как вам хочется. Так, значит, это у нас пыльная роза 85C 504-210. Тоже золотистая у него фурнитура. Все очень красиво. Ну, то есть то же самое, только пыльная роза. Очень красивый нежный цвет. Передается очень хорошо на камеру, поэтому долго задерживаться не будем. Сейчас будет куча бюстгальтеров. Еще. Нет, один бюстгальтер и трусики. Так, ну и вот последний бюстгальтер получается, беленький такой вот хорошенький. Это мне. Ну, вообще красавчики. Вообще красавчики. Артикул 504-188. Остальное все то же самое. 85C. Мне понравилось. Жалко, что только на последнюю подходит. Но если вдруг он будет растягиваться, я же не знаю, после, допустим, 10 носок, что будет вот с этим. И если оно будет растягиваться, то, в принципе, очень даже хорошо я смогу вот так вот делать. Вот, до того, как я располнела, я уже на первый застегивала. И если бюстгальтер ослабевал там за год, за два, то приходилось уже все новый покупать. А тут пока... Тут пока дойдешь до этого места, 5 лет пройдет. Но это так, для более экономных людей. В общем, мне нравится, все хорошо. Грудь лежит хорошо, и тоненькие, нежные такие чашечки, они не дают соскам выделяться, да, вот торчать сквозь ткань. И что самое интересное, они не мнутся и не дают объем и так, без того, большой груди. Вот я вот не горжусь тем, что грудь большая, мне неудобно. Так, это Катюшкин. Не знаю, есть ли смысл его вообще раскрывать. 504-130-85C. Вот такой хорошенький. Это Катюшки. Три бюстгальтера сразу же отошли ей. И они ей тоже понравились. Сейчас подберем, какие она хочет трусики, и все. Больше никаких проблем нет. В общем, богатый, очень богатый третий каталог на новинки. Супер. Так, ну все, трусики. Я, значит, заказала в нескольких размерах, в нескольких вариациях. Еще в трусиках нашла бюстгальтеры. Сейчас еще их вам покажу. Так, значит, это у нас трусы слипы с завышенной талией. Размер XL, артикул 504-289. Ну, что могу сказать, мне уже нравится. Мне уже красиво. Они, правда, клевые. Но они не будут утягивать ничего, они просто вот такие вот хорошенькие. Для девочек, кто только вот рожала и так далее, здорово, классно. Тут есть гигиеническая защита. На мой взгляд, очень красиво, супер. Кружево, все классно, великолепно. Так, далее, вот такие я трусики взяла. 504-270, тоже размер XL. Вот это такие вот очень красивые слипы. Мне они понравились очень. Смотрите, да, какие хорошенькие, клевые. Видите, так вот они просвечивают, если ручки брать. Тоже очень хорошенькие, прям не могу. А вот тут что у нас идет? То есть тут два слоя, сеточка идет. Супер. Так, тут я взяла размер L. Дочка у меня от них отказалась. Мне они, скорее всего, будут давить, маловаты. Вот, поэтому я их на возврат отправлю. Жалко, я их примерять не буду, потому что XL я одни примерила на нижнее белье. Они мне подошли, хорошо все. А вот эти я, к сожалению, буду возвращать за то, что дочка сказала, мне такие не надо. По шею, по пуп, я такие не хочу. В общем, размер L 504-288 в отличном качестве. Даже она их даже мерить не стала, я тем более возвращаем. Так, следующее, это у нас слипы размер L, это вот такие вот, смотрите, то есть тут уже немножечко другое идет, это L-ку, Катюшка оставляет себе, красиво, да, хорошенькие, Катя говорит, эти буду носить, я говорю, хорошо, хотя она больше любит удобство и хлопок, но вот это Катюшки. Так, отдельно сейчас буду Катюшки складывать, отдельно на возврат. Очень жалко вообще возвращать, но ну, не хочет ребенок. Так, дальше Эль. Катюшка на такие тоже согласилась. 504-269. Точно-точно такие же, только на размер меньше. Элечка. Так, все, сейчас все отправлю в стирочку. Так, и последние. Это мои XL. 504-249. Сели хорошо, все хорошо. То есть XL, да, это мое. Такая туговатая тут резиночка, но мне не врезалась. Все нормально, все хорошо сидит. Так, дальше. Дальше. Ну, вот, в принципе, вот белые, черные, пудровые, они все идут одинаковые. Просто хочется показывать вам цвета. Пудровый цвет 504-265 тоже хорошенький. То есть вы поняли, у меня на возврат четверо трусиков, которые, как моя Катя выразилась, ей будут по уши. Вот это XL мои.
И я отсюда просто выберу большие элечки. Это элечка, это Катюшки элечка получается. Вот, пусть носит с превеликим удовольствием. Это тоже у нас элечка, которая пойдет к Катюшке. Это XL. Вот, XL. Это мне слипики, XL-овские слипики. 504, 243, хорошенькие. И что-то вот из этого на возврат. XL это мне. То есть такие вот, я ношу такие трусики в определенные дни, мне не очень-очень нравятся. Они мне вот прям, я люблю такое. Вот, а это, к сожалению, получается возврат. L 504, 283, высокие трусики. Красота, да и только, но на возврат. То же самое с белым. Я бы сказала, что он такой бело-молочный, что ли. Он не идеально белый. Он не истинно белый, понимаете? Вот такая вот красота. А вот это L. Вот эти, значит, на возврат пойдут. Беленькие, тоже очень хорошенькие. Они идентичны, полупросвечивают, как вы видите. То есть на белом прям хорошо видно. Тоже прямо без примерки сразу мне выдали отворот-поворот. Поэтому, к сожалению, будет вот так. Значит, L. Вот такие тоже красавчики. L. Да, вообще прям красота, согласны? Так, это у нас XL. Это мои. Ну-ка, я вообще не знаю, насколько они больше, меньше. Ну да, да, есть немножко, вот если взять от бусинки до бусинки, то в принципе, вот видите, как размер отличается. Мои прям побольше. Прям явно видно, что они больше. А, далее, далее. Да, это у нас 504, 230. Так, L Катюшкины. Так, а это мои XL 504, 274. Их я возвращать не буду. Мне нравятся такие высокие, прям нравятся. Так, это 85C 504 137, это бюстгальтер Катюша, то есть это ей, я с превеликим удовольствием ей отдаю, ей они прям очень понравились, она говорит, а можно мне еще по одному такому же, я говорю, Катюш, ну давай ты поносишь, я говорю, пару недель посмотришь, все-таки 4 новых бюстгальтера у тебя появилось, а потом говорю, вот еще, да, один Катюшкин, а потом говорю, через пару недель, если тебе все понравится, после стирки и так далее, говорю, мы с тобой еще все цвета закажем, она говорит, о, отлично, вот, ей как раз все вот эти цвета были нужны, белый 504, 116, 85C, она говорит, у меня блузки всякие разные, ну и остались черные элечка. Так, элечка 504 259, ну вообще такая красота, 504 259. Так, еще одна элечка 504 236, ну черные вообще шикарно смотрятся, причем любые, и также видите, также просвечивают в принципе, да, мне нравится, очень красиво, и тут прям ну глубоко просвечивают, я бы сказала. Так, это у нас элечка. Так, элечка 504 278, смысла нет, отправляем сразу же на возврат, как бы не было жалко. Так, дальше XL 504 260, это черненькие мои, очень такие классные, они не такие тугие, кстати, как слипы. Так, это с завышенной талией XL 504 279, я с удовольствием поношу. Так, 504 279, главное, что они красивые. Так, и последнее, это мне XL 504 237, тоже красотища из красотищ. Вот такие вот хорошенькие. Ну все, мои дорогие, с вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн, нижнее белье мне очень понравилось.